Потім я приїхав, дуже почав випивати. Випав дуже багато, сутками пив. Ну, так сказати, до чого доводить. Сім'ї, вважай, нема. З родителями проблеми. Батьки плачуть. Ну і вирішив приїхати в клініку, щоб був нормальним чоловіком і стати нормальним чоловіком, і не потеряти сім'ю, не потеряти родителів, не кончати їх далі. Як я приїхав в клініку, я був, во-первых, дуже в алкогольному п'янінні, я просто не знав, куди мене привезли. Ну, я щось, ну, як я знав, що їду в клініку лічитися, ну, просто якось, якийсь мій страх був. А що сталося, проснувся на вторий день, і врачі, отношення, все, здавав аналізи, ну, капельниці, всі процедури я проходив. Первый сеанс тут прошел у меня, это в пятницу было, в четверг я заехал. Я не представлял, что это такое, ну, после сеансов очень хорошо. Каждый сеанс – это учительный урок. Сеанс – это когда ты кричишь и себе выдираешь все то, что ты натворил до этого. Ну, что ты творил, что, ну, вспоминаешь родителей, родных, детей, что ты, ну, как был, так сказать, человеком тварью. Мышление поменялось, да, ну як. Просто начинаешь думать трезво, на трезву голову, что если вспоминаешь сейчас то, что было, то даже страшно вспоминать. Отношения от с родителями налажено, як налажено в принципе сейчас. И дальше будет налажено, потому что я не собираюсь делать то, что я делал. Спасибо им тоже, что поддержали меня. Жена, родители. Я кодировался в Запорожье тут тоже два раза. Це в мае цього года я кодировался. Я не пил три месяца. Ну, так сказать, то не кодировка, а то просто так, ну, сам себе сдерживаешь. Я сорвался, був через три месяца. То не, ну, тут я пройшов курс реабілітації, так сказать. Тут лечение медикаментозное. Ну, саме дужче це для мене це ці сеанси, що тут проходять. Ну і процедури. Процедури всі йога, там, ну, ігловкалування, лазер. Все треба проходити, все. Ну, порекомендувати, що я можу. Ребята, якщо ви согласні, і треба ваше согласие, їдьте лічитися. То що, ну, клініка, во-первых, дуже хороша. Тут вам нададуть всі, все, що вам не треба, з вас, так сказать, выйдут тут. Главное ваше желание. И не пропускать процедуры все, эти тут вам назначают врачи. Надо желание приехать сюда, и с тем желанием вы уезжаете, что ты все, ну, нема никакого там что-то. Сейчас у тебя есть чувство свободы? Есть. Есть чувство свободы, да.